Друзья, знаете, я, наверное, забыл самое главное, я забыл представиться. Ко мне можно обращаться как вам угодно, да? Жень, тебе надо бросить виноград сюда, чтобы его... Ее звезду, ее бросил к ноге. Вот так, давай попробуем. Ты сейчас так зерно какое-то бросаешь, сеешь. И все. Больше делать ничего не надо. Клево же, да? Клево, клево. Сзади подержи, жарки. Ну поближе встань, что ты как в пионерском лагере, ты уже жена твоя, Серега. Прижмись ближе. Так не надо, это другой фильм, другой фильм. Это, кстати, наш сегодняшний диджей, можно его тоже аплодисментами поддержать. Диджей, он хороший человек, зато плохой. Ну, всяко бывает в жизни, но, Сашка, ну а как? Не закрывай глаза, другая ассоциация возникает сразу. Этим движением. И рука не действует так вот. Не надо, мы все люди приличные, что-то куда. Миленький мой, я тащусь, я вся во вкусе. Я тащусь? От меня что ли тащусь? Желаю вам юмора в семью, чтобы вы шутили как можно больше. Ты что творишь, Ромка? Все, уходи, забрал всю мою славу.